Мурманская область присоединилась к всероссийской патриотической акции «Огненные картины». В 4 муниципалитетах региона создали тематические изображения, составленные из горящих свечей. Акция «Огненные картины» была посвящена 78-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Старт дали у памятника Алёше, где в торжественной обстановке передали частички вечного огня. А затем их отправили в Мончегорск, поселок Сафоново и в Полярный. В акции приняли участие сотни людей. В 20 часов в каждом муниципалитете загорелись тысячи свечей, сложенных в огненные картины. Например, в Полярном создали инсталляцию памятника «Морская душа». Склоним голову перед величием подвига нашего народа. Почтим минутой памяти. В Мурманске от пламени вечного огня зажгли около 2000 свечей. У памятника воинам полярной дивизии в них выложили инсталляцию в виде георгиевской ленты с фразой «Север помнит».